Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня у меня для вас есть важное и приятное сообщение. Но сначала я сделаю объявление о конкурсе. Итак, ВКонтакте в группе «Факультет рукоделия» проводится очередной конкурс. И как вы уже догадались, конечно же, он посвящен 8 марта. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, вы должны прислать фото своих работ и загрузить их в специальный альбом в группе. Это должны быть нарядные украшения к 8 марта. Вы можете прислать бусы, колье, ожерелье, сережки, кольца, браслеты, все что угодно. Но есть одно условие. Изделие должно быть выполнено из бисера. Допускается использование бусин, кабошонов, цепочек и другой какой-то фурнитуры, но только в сочетании с бисером. Как всегда, изделие нужно сфотографировать на фоне надписи «Факультет рукоделия», либо добавить логотип при обработке фото. Рано утром 8 марта, когда ваши любимые мужчины будут вам готовить праздничный завтрак, я при помощи специальной программы выберу 3 победительниц. Так что после завтрака не забудьте зайти в группу. Кстати, я еще не сказала о главном. Призы на конкурс предоставил склад Бисерна Тереза в Санкт-Петербурге. Каждая победительница получит сертификат, дающий 20% скидку на весь ассортимент склада. А с учетом того, что цены на складе более чем приятные, такая скидка точно порадует победительниц. Да, еще один важный момент. Склад делает доставку только по России, поэтому участвовать рукодельницам из других стран, к сожалению, нет смысла. А теперь читаем внимательно условия конкурса и загружаем фото своих работ. Еще призываю вас, девочки, поддерживайте друг друга лайками и комментариями, ведь всегда приятно услышать добрые слова. Напоминаю, что есть еще одно обязательное условие. Вы должны сделать репост записи о конкурсе, затем зайти к себе на страницу и закрепить ее до объявления итогов. Вот так. А сейчас важное сообщение. Склад Бисера на Тереза в Санкт-Петербурге для всех моих подписчиков дает постоянную скидку 10%. Для ее получения при заказе продукции вы должны указать код 3907. Запомните, а лучше запишите. Богатый выбор бисера, бусин и фурнитуры не оставит вас равнодушным. Вы можете подъехать на склад лично, либо сделать заказ в группе ВКонтакте и получить его почтой. На этом все. Я искренне желаю вам приятных, а главное выгодных покупок, творческого вдохновения, а всем участницам удачи! С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!